Когда нас забирали в этот лагерь, мне было всего лишь 3 года. Моей сестре было 13 лет. Кормили нас баландой, варили суп с лошадиных копыт и глаз. И это считали просто как деликатес. Вылавливали, с жадностью ели. Гнилой капустой кормили. 200 граммов хлеба, который отжимали, и с него текла вода. Он был практически не хлеб, а неизвестно что там, труха из березовых опилок. Нас сначала откормили в лагере, давали нам большие кружки молока, снимали об этом фильм, а потом у нас взяли кровь. У меня лично взяли 200 граммов крови, у моей сестры дважды по 200. Каждый родитель держал своего маленького ребенка при себе. Упаси Бог, если бы обнаружили, что у меня была дизентерия, то меня бы просто забрали. Или бы умертвили, или бы сожгли, или что бы там, не знаю, после того, как взяли кровь. Потеряли здоровье мы, поскольку я там в ноябре месяце заболела корью и воспалением легких. А мне хочется задать вопрос, какой трудовой мог быть лагерь для 3-летнего ребенка или воспитательный лагерь? Какой он мог быть? Какие там были воспитатели? Там была только палка и грубое слово, и собаки. Каждый год, когда я приезжала к сестре в Россию, и мы начинали общаться, нашим слезам просто не было границ. Мы только плакали и обнимали друг друга.